Здравствуйте, меня зовут Антон Федосеев, и я являюсь менеджером по разработке учебных материалов в компании Autodesk. И в этом видео я хотел бы вам представить наш новый образовательный веб-сайт Digital Steam Workshop. На нем будут выкладываться все самые последние учебные материалы, в том числе и на русском языке. Для тех из вас, кто давно работая с компанией Autodesk, вы наверняка видели этот веб-сайт, но он был в основном предназначен для школьников. И сейчас функционал веб-сайта, так же как и его содержимое, расширяется для того, чтобы также помогать студентам вузов находить релевантные учебные материалы для них. И начать нужно с выбора интересующего вас предмета, либо же отсортировать все проекты, которые там представлены, то есть многие из них предназначены для проектного обучения, по определенной области. Но мы выбираем ту область, которая в данном случае для меня больше интересна, это инженерия. И при этом высветится довольно-таки большое количество проектов или учебных модулей, которые доступны для данной дисциплины. И начнем мы с рассмотрения Fundamentals of Mechanical Engineering. Это самый последний курс, который мы выпустили. Он затрагивает основные принципы работы в инвентаре и действительно очень хороший современный курс на английском языке. То есть здесь вы можете скачать все видео, наборы данных и также текстовые инструкции. Вот. Но многие из вас, безусловно, уже делали какие-то интересные проекты в инвентаре, посылали их на конкурсы, либо же просто создавали что-то в рамках своей учебы. Я вас прошу нажать кнопку Share и отправить то, что вы делали, на этот веб-сайт, для того, чтобы все пользователи могли увидеть, что вы делаете, и, соответственно, все сообщество могло оценить, насколько хороши работы из нашего региона, что мы по-прежнему очень богаты талантами. И для этого, соответственно, нужно ввести заголовок вашего проекта, его краткое описание. Можно делать это, на самом деле, очень кратко, если вы не хотите расписывать учебное заведение. И самое важное, в разделе «Проект» нужно выбрать вот как раз учебный модуль, который наиболее релевантен для вашего проекта. Ну, я в данном случае призываю многих из вас сфокусироваться на Fundamentals of Mechanical Engineering и загрузить туда ваши работы по инвентору. Если же вы делали проект по Revit, то, может быть, вы найдете тоже для себя что-то. Выберите страну, и после этого нужно загрузить файлы. То есть это могут быть либо картинки, либо видео. И также опционально вы можете загрузить сами файлы проекта. Но это делать не обязательно. Я буду вам очень благодарен, если вы отправите ваши наиболее интересные работы на этот веб-сайт. И, соответственно, о вас узнает весь мир. Спасибо огромное. До новых встреч.